Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что предлагает рынок труда для граждан с инвалидностью? На что должен обращать внимание работодатель при организации рабочих мест для людей с ограниченными возможностями? Какие новые госпрограммы появятся для безработных? В нашей студии Галина Норкина, заместитель директора государственного казенного учреждения Самарской области, Центр занятости населения городского округа Самара, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Галина Викторовна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. И давайте начнем тогда с обсуждения рынка труда для людей с ограниченными возможностями. Вот сейчас состояние рынка труда для инвалидов. Какие программы реализуются на сегодняшний день? Ну, с начала 2022 года в Центр занятости обратилось порядка 260 инвалидов, и 221 человек были признаны безработными. Это от общей численности всех обратившихся примерно 6%. В основном это граждане с третьей группы инвалидности, порядка 150 человек. Давайте сразу объясним, третья группа инвалидности, что это значит? Вот для это зрителей? Общее заболевание, в основном все доступные виды труда с небольшими ограничениями. Угу. Первая и вторая группа – это маломобильные граждане. Для них приходится и работодателю создавать это рабочее место, обращать больше внимания на режим работы, на продолжительность рабочего дня. Вот такая. Я вас прервал, то есть, значит, в основном обратились все-таки люди с третьей группы инвалидности. С третьей группы инвалидности, да. Соответственно, вот какие программы сейчас реализуются? Ну, программа содействия занятости инвалидам, она разработана и действует и на сегодняшний момент. И в 2022 году ряд услуг государственных, которые были доступны только для безработных граждан, сейчас доступны и для граждан, ищущих работу, в том числе и для граждан с инвалидностью. Это если, например, ранее часть государственных услуг – это профессиональное обучение или открытие собственного дела было доступно только для безработных граждан, в том числе и с инвалидностью, то сейчас каждый может получить эту услугу, даже будучи занятым. Ну, то есть получается, что на самом деле на сегодняшний день вот у нас разница между просто людьми безработными и человеком, у которого нет работы, и у него есть какая-то инвалидность, с точки зрения вот услуг? Никакой разницы. Доступны все услуги, доступны. Вот, кстати, вы сказали, что в том числе есть программа помощи при организации собственного дела. Вот здесь какие-то особенности существуют? Ну, и как работает эта программа? Особенности для граждан с инвалидностью. Но только сам гражданин решает, насколько он способен в какой-то области развиваться в каком-то направлении. А так никакой разницы нет. Выделяется финансовая помощь в размере 100 тысяч рублей. И граждане с ограниченными возможностями с удовольствием пользуются этой услугой, и в этом году уже несколько граждан получили эту услугу, получили финансовую помощь, и в настоящее время прекрасно работают, осуществляют. В основном регистрируются как в качестве налогоплательщика на профессиональный доход. Угу. Самозанятые. То есть самозанятые, да. Самозанятые, да. И вот вы сказали о том, что существуют программы обучения вот для людей, ну, с особенностями здоровья. Это особенно важно и при этом, наверное, особенно сложно, потому что, ну, люди немножко отличаются вот, от всех нас, обычных граждан. Там какие-то есть вот, детали, которые отличают эту программу? Ну, доступна эта форма, эта государственная услуга еще и тем, что возможно дистанционное обучение. Угу, вот так? Да. Ясно. А чему обучают чаще всего? У нас более 100 профессий, на которые, и более 100 направлений, на которые мы могли бы обучить. Это и в сфере и рабочей специальности. Это услуги
в бьюти-сфере, это парикмахер, маникюрша, маркетплейс. Поэтому как бы очень много направлений. На самом деле направлений много. А, кстати, где можно все это прочитать? Вот тогда давайте расскажем зрителям. Вот если интересно, куда зайти и где можно ознакомиться со всем списком? Потому что более 100 направлений. Это много. На сайте Министерства труда, на сайте Центра занятости. И, обратившись к нам, получит подробную консультацию о всех услугах, которые мы оказываем. Если физически обращаться, куда лучше приходить? У нас представительство на Фрунзе 117, и есть структурное подразделение, которое обслуживает три района города. Это Кировский, Промышленный, Советский, находится на Заводском шоссе 31. Но если граждане с тех районов придут на Фрунзе 115, им окажут эту услугу. Куда удобнее? Понятно. Приехать. То есть приходите, где приходите, где удобнее получают. У нас работают дипломированные, высококвалифицированные психологи, которые проводят индивидуальную 4-часовую работу с гражданами, проводят тренинги, которые помогают им адаптироваться на рынке труда. Это помощь в составлении резюме и получении психологической поддержки. И групповые консультации 4-дневные. Поэтому разные формы работы с гражданами с ограниченными ответственностью, они приводят к результату конечному. Это или трудоустройство, или открытие собственного дела, что тоже как бы является формой трудоустройства. Конечно. Или получение дополнительной профессии, если своя профессия устарела на рынке труда, или ты не можешь выполнять ее ввиду приобретенного заболевания. Но здесь вот важный момент. Вы сказали, консультация психолога, она, знаете, наверное, еще чем важна. К чему склонность есть у человека? Да, мы подчас не знаем, на что мы способны. Мотивация, как бы выявляют мотивацию к труду, повышают мотивацию к труду. Потом каждый гражданин, который обратился в центр занятости, проходит профилирование, там 3 этапа. Поэтому выясняется, насколько человек замотивирован, насколько человек готов в ближайшее время приступить к работе, что мешает ему приступить к работе именно сейчас, что не хватает, или не хватает образования, не хватает дополнительного какого-то образования. И, соответственно, со всем этим вы готовы помочь? Мы готовы помочь и помогаем. Это здорово. Вот важный вопрос – это при организации рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, на что нужно обращать внимание работодателю? Потому что он ведь берет на себя большую ответственность, чем, насколько я понимаю, чем при работе, ну, с обычными людьми. Ну, я хотел бы сразу развенчать распространенный миф, что трудоустройство инвалидов влечет какие-то очень страшные последствия для работодателя с точки зрения финансовых возможностей, с точки зрения каких-то дополнительных, очень серьезных усилий. Да, действительно. Ответственности дополнительной. Ответственности, да. Мы должны есть понимать, такой миф, вы сняли с языка. Да, что люди с ограниченными возможностями, да, тут ключевое слово, что это люди, у которых немного ограничены возможности. Или они другие, скажем, да, так, чуть-чуть. Да, совершенно верно, да. То есть они также полноценно трудятся. То есть на них распространяется в полном объеме требования трудового законодательства. Та же самая 214 статья Трудового кодекса, обязанности работодателя, на них распространяется в полном объеме. Это и обучение, и медосмотр, обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими, обезвреживающими средствами, расследование несчастных случаев на производстве. Все в полном объеме на них распространяется. Единственное исключение – это то, что, точнее, дополнение, то, что к ним необходим дополнительный подход, который не всегда, надо сказать, несет под собой дополнительные затраты. Ну, в частности, у меня есть один знакомый, который имеет группу инвалидности, и он переквалифицировался, воспользовавшись государственными услугами, на востребованную в настоящий момент профессию в сфере IT. То есть, в принципе, у него была другая специализация, но, опять-таки, идя в ногу со временем, он понял, что эта профессия будет более востребована и воспользовался действительно помощью государственной программы, о которых вот активно нас везде, в
том числе и Галина Викторовна нам сегодня рассказывала. Вот. А что же должен сделать работодатель, на что ему необходимо обратить внимание? Во-первых, инвалиды имеют определенную группу инвалидности, о чем мы сегодня с вами уже упоминали, и исходя из этого должен строиться их рабочее время. То есть, допустим, если мы говорим об инвалидах первой или второй группы, то у них должен быть сокращенная рабочая неделя. Для обычных... День или неделя? Неделя. Угу. То есть трудовой кодекс у нас с вами не устанавливает продолжительность рабочего дня. Мы говорим только о продолжительности рабочей недели. Для обычных граждан, которые работают без всяких ограничений, то есть не имеющие противопоказаний по здоровью, работающие на обычной работе, потому что есть специальные профессии, которых априори рабочей недели меньше, это учителя, летчики, у них априори рабочей недели меньше. Если работники-инвалиды, работники работают на обычной работе и имеют группу инвалидности первую или вторую, то у них сокращенная рабочая неделя не более 35 часов в неделю. С третьей группы инвалидности обычная рабочая неделя, соответственно, 40 часов она идет. То же самое у нас касается времени перерывов времени отдыха. Для большинства граждан у нас с вами устанавливается 28 календарных дней отпуска ежегодного. Для работников-инвалидов у нас уже априори 30 дней, не обращая внимания, какая группа, то есть даже третья группа, то есть 30 дней. Еще следует упомянуть, о чем, по моему опыту, многие работодатели очень часто забывают, это то, что работники-инвалиды имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 60 календарных дней. По состоянию здоровья. Имеют право. То есть он может захотеть, может не захотеть. Потребуется или не потребуется. Совершенно верно. Мы понимаем, поскольку если у человека проблемы со здоровьем, а инвалидность, она как раз и говорит о том, что есть какие-то ограничения по здоровью, на это время он может потратить на реабилитацию. Съездить куда-нибудь отдохнуть, дом провести время, опять-таки, это все на его усмотрение. К сожалению, многие работодатели не знакомят работников с этим правом, хотя они обязаны это, собственно говоря, делать, потому что это неукоснительное право работника. Кроме того, есть такой документ, называемый ИПРА, то есть индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. Я всячески рекомендую, если работодатель берет к себе на работу работника-инвалида, запросите у него эту самую карту реабилитации. Это документ необходим работодателю для того, чтобы грамотно организовать рабочее место инвалида. Почему? Потому что в ней могут быть прописаны некоторые особые ограничения, как именно должно быть организовано его рабочее место. Возможно, требуется какое-то дополнительное оборудование. Возможно, требуются какие-то технические перерывы. То есть, не может он целый день, допустим, работать. Ему нужны какие-то перерывы, собственно говоря, делать. Поэтому этот документ необходимо иметь работодателю на руках. Но при всем при этом мы должны с вами понимать, что, во-первых, при трудоустройстве работник может не обозначить то, что он является инвалидом. Зачастую некоторые работники так делают. Мотивируют они это тем, что... я думаю, что не секрет, что некоторые работодатели стараются не брать на работу инвалида, опять живя старыми, мыслями, о том, что это влечет за собой какие-то очень серьезные последствия, что они будут на контроле у центра занятости, у каких-то специальных организаций, которые будут постоянно к ним ходить с проверками. На самом деле этого... Что если он работать будет плохо, его не уволят. Да, совершенно верно. И у них есть дополнительная защищенность, но опять-таки это обычные люди, на них распространяется в полном объеме требований трудового законодательства. Если опять-таки работник не посещает рабочее место, тут понятно, что уволить его в принципе возможно. Нельзя уволить только опять, если работник в полном объеме выполняет свои должностные обязанности. Тут, конечно, его не уволишь. Изучив эту программу, то есть работник может не обозначить о том, что он имеет инвалидность, но, опять-таки, если работодатель подозревает, то, опять-таки, он может попросить, опять не потребовать, потому что перечень документов, которые необходимы у нас к трудоустройству, он у нас является определенным, закрытым, он у нас указан в Трудовом кодексе Российской Федерации. Документ этот... ИПРА, индивидуальная программа реабилитации, соответственно, это дополнительный документ, который работник может по желанию предоставить, может не предоставить. Но, как показывает мой опыт, что неплохо бы опять-таки запросить у работника, но опять не мотивируя это не тем, что мы хотим узнать твое состояние здоровья, а мотивируя тем, что в соответствии с Трудовым кодексом мы обязаны,
улучшить условия труда работников, которые имеют некоторые ограничения со здоровьем. И именно этим следует мотивировать свой запрос, опять-таки, этой самой индивидуальной программы реабилитации. Вот. Ну, а в целом, собственно говоря, как мы уже сказали, они практически не отличаются, только вот с учетом вот этих вот особенностей. Я, знаете, сейчас о чем подумал? Вот, кстати, если работодатель принял на работу сотрудника-специалиста и затем выяснил, что у него есть ограничения по здоровью, ну, например, третья группа инвалидности, вот это что-то меняет в их взаимоотношениях? Я имею в виду, кроме моральной стороны вопроса, а вот юридической. То есть вот он его взял на работу, и тут сюрприз определенный. Угу. Вот что ему делать? Вы посоветуете что? Это может изменить, опять-таки, в зависимости от того, какая причина, опять-таки, инвалидности. То есть, опять, может ли он, этот работник, работать на том виде работы. Допустим, угу. если он работал на каком-нибудь опасном виде работы. И по, соответственно, программе реабилитации ему категорически противопоказаны эти работы. Но обычно подобные ограничения у нас с вами выявляются на этапе прохождения периодического медицинского осмотра. Угу, то есть, да. в принципе, там же сидят квалифицированные врачи. Более того, комиссию возглавляет обычно врач-профпатолог, который, собственно говоря, определяет, может работник работать, не может он работать. Ну и опять-таки, если выявляется инвалидность, то опять-таки мы должны с вами пересмотреть будем условия трудового договора. Опять, как минимум, добавить 2 дня отпуска дополнительного, не 28, а 30 дней, соответственно, прописать ему дополнительный неоплачиваемый отпуск в том числе. То есть вот таким вот образом. Ну, то есть немножко перестроить наши взаимоотношения. Перестроить, совершенно верно, немного перестроить взаимоотношения. Такой вопрос. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Вот сколько и каких мест должен выделять работодатель для людей с ограниченными возможностями? Если численность предприятия более 35 человек, то работодатель обязан заквотировать рабочие места. Это закон Самарской области о квотировании. Работодатели его неукоснительно должны выполнять, и практически все работодатели выполняют этот закон. В настоящий момент у нас в базе данных при наличии 20 тысяч вакансий, более 700 вакансий, если точно сказать, 723 вакансии заквотировано, это приблизительно 1500 рабочих мест. В различных сферах это вакансии для рабочих и служащих, это педагоги, учителя, врачи, программисты, инженеры различной направленности, ну и очень много вакансий для рабочих. Вот в практической плоскости что это означает, квотирование? Потому что для это понимания... Это создание рабочего места, когда если он, работодатель квотирует какую-то вакансию, он обязательно должен ее закрыть. Именно то есть человек с ограниченной возможностью. То есть когда мы осуществляем подбор вариантов подходящей работы, мы гражданин с ограниченными возможностями представляем перечень всех вакансий, в том числе и неквотированных. Например, инженер. Выставляем из перечня 12 вакансий. Часть вакансий заквотирована, часть вакансий не заквотирована. Если гражданин выбирает неквотированную вакансию, инвалид, работодатель также его может принять, даже инвалида не заквотированное рабочее место. Ну, конечно, если он может ее выполнять, эту функцию. Да, да. Поэтому... Другое дело, на квотированную вакансию он не может принять вот. Человека без инвалидности. Вот это важный вопрос. То есть я правильно понимаю, что вот, допустим, вы еще раз, вы сказали, что если штатный состав организации более 35 человек, да? Да, вот если, например, штат организации такой, который законодательно заставляет заквотировать рабочее место. Ну, например, работодатель... не может придумать, нет у меня таких вакансий в штате, чтобы принять гражданина с инвалидностью. В этом случае он должен создать вакансию и принять человека, да. Вот это интересная и важная деталь. Да. С другой стороны, а если он сделал эту вакансию, ему нужен работник, но при этом на эту вакансию человека с ограниченными возможностями здоровья нет, но ему нужен работник.
И тогда он может... Он не может закрыть эту вакансию другим человеком без инвалидности. То есть она у него тогда должна, она что будет, называется, да, быть? Мы будем работать, мы будем... Ну, проблема-то, наоборот, у нас не в том, что мы не можем найти человека. Мы не можем подобрать вакансию под имеющегося инвалида. Вот в этом как бы сложность-то. А если вакансии есть и открыты, но если они неформально заквотированы работодателем, то... Что значит формально и неформально? Неформально заквотированы. Ну, например, вакансия машинист бульдозера. Ну, какой? Заквотированы. Ну, вот мы не можем подобрать, да. С ограниченными возможностями. Как бы, не, ну, теоретически, наверное, может, если он, может быть, не очень хорошо слышит, и у него третья группа там, но при этом это крепкий, здоровый мужчина, ну, наверное, он может работать. Ну, если он слабослышащий, хотя наверное, хотя, он наверное, не может нельзя. Пройти, да, медицинскую комиссию. Тоже нельзя. Ну, это уже как бы социально... направленных работодателей, работодателей, которые он может просто зарплату поставить закон. Низкую, вот и все. И как бы поставить мрот, ну, и люди будут очень думать, стоит или не стоит туда идти. Ну, ведь мы же прекрасно понимаем, что, да. Скажем так, если нет желания, то люди будут искать способы, как это сделать. Ну, и в то же время, вот смотрите, если до пандемийный период у нас стояло на учете, ну, 700-800 инвалидов, то сейчас вот 264. Это же не потому, что инвалиды не встают к нам на учет, просто идет они как нашли бы, оборот. Себе работу. Да, они нашли себе работу. То вот это вот расширен спектр услуг, которыми они могут воспользоваться. Очень востребованная услуга – это трудоустройство, временное трудоустройство на работу, когда гражданин устраивается на 2-3 недели, работодатель заключает с ним трудовой договор на оказание каких-либо услуг. И поэтому вот как бы идет круговорот. Я, знаете, снимается о чем сейчас с учета, подумал? Встает на учет. О чем я сейчас подумал? Ведь, кстати, вот, исходя из своего жизненного опыта, я в свое время обратил внимание, что люди с ограниченными возможностями здоровья, причем вот с серьезными ограниченными возможностями здоровья, они как работники часто бывают как минимум не хуже, а может быть даже лучше обычных людей. Почему? Потому что они очень ценят хорошее к себе отношение. То есть я сейчас не буду называть предприятия, но у нас есть в Самаре предприятие, где работало несколько людей, ну то есть которые, например, передвигались на колясках, на инвалидных и так далее. Они занимались там, ну, высокотехнологичными работами, то есть это были айтишники в основном. И работодатель мне говорил, что это, ну, самые ответственные и самые патриотичные, в хорошем смысле слова, по отношению к предприятию, работники. То есть это были люди, которые вот делали все не просто, вот, скажем так, для того, чтобы поставить галочку, а от души. То есть они старались. Вот это важная деталь, наверное, на самом деле, вот во взаимоотношениях работодателя и работника. Но определенные ограничения, они обычно накладывают свой отпечаток на характер человека, поэтому люди, наверное, все-таки более, в том числе и характерные, да. Более устремленные. Ну, у нас осталось не так много времени. Вот важный вопрос – сопровождение инвалидов при их трудоустройстве. Вот что это такое, зачем это нужно, как это выглядит? Ну, понятие сопровождения при трудоустройстве инвалидов теперь нормативно закреплено. И с 1 января 2019 года законодатель ввел эту государственную услугу в перечень услуг. Это комплекс мер, которые направлены в конечном итоге на трудоустройство. Эта услуга оказывается по заявлению самого инвалида, когда он обращается в центр занятости, пишет заявление, назначает соответственный специалист, который начинает его сопровождать от момента обращения в центр занятости и до конечного результата, до результата трудоустройства или получения той услуги, на основании которой он снимется с учета. Это прежде всего индивидуальный подход к каждому инвалиду, это методическая помощь работодателю, это составление маршрута до работы и обратно по территории работодателя. Если гражданин согласился на какую-то вакансию, выдается направление, или мы
сами сопровождаем его до работодателя, или работодатель уже выделяет куратора или наставника. Даже вот так? Да, эта услуга востребована для мобильных граждан, она вообще каждому оказывается, эта услуга, для граждан с инвалидностью третьей группы по желанию. Вот здесь, да, вы как раз предусхитили вопрос. То есть человек с третьей группы инвалидности, он тоже теоретически может попросить, и ему тоже будут оказывать. Оказана услуга по сопровождению. Назначается ответственный не формально, а приказом центра занятости назначается ответственный для этого гражданина. И сопровождение оказывается до конечного результата. Здесь вот важная тоже тогда деталь. Я правильно понимаю, что они как бы ему помогают в том числе в каких-то вот мелких нюансах, то есть они, по сути дела, его опекают? Вот согласовывают с работодателем день, время собеседования, какой пакет документов нужно с собой взять, разрабатывают маршрут до работы и обратно и по территории предприятия. Ну что ж, это важно, полезно, и на самом деле это очень здорово. Уважаемые гости, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо за содержательную беседу. Я надеюсь, что у нас люди с ограниченными возможностями здоровья будут находить работу все чаще и чаще. Ну и на каком-то этапе, на самом деле, у нас не останется безработных людей, у которых возможности здоровья несколько ограничены. Ну и, соответственно, инвалидов будет поменьше. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Галина Норкина, заместитель директора Государственного казенного учреждения Самарской области, Центр занятости населения городского округа Самара, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.